Так, какую сумму вы хотите? Сумму какую? Да. Чтобы купить сигаретный завод, виноводочный завод, чтобы купить должность мэра этого города. Ростова, да? Что? Города Ростова. Да, города Ростова, да. Мэра. И виноводочный завод тоже хотите? И виноводочный завод, и сигаретный завод. А машину какую хотите? Ой, машину. Бугатти Вейрон. А Мерседес не нравится? Нет, я сначала Мерседес серии 300, Мерседес серии 300. А сколько денег вам для этого нужно? Посчитайте сами, сколько для этого надо денег, я не знаю. В салон мы тоже ехали. Мы на Бугатти не едем, не знаю. Отвезите меня в салон. Не, а, блин, ну я сам поеду, ладно, мне деньги будут, я сниму с карточки, поеду. Ну да, наймете водителя. Ну да, таксиста, что там. А с какой зарплатой будет? Зарплата у вас какая? Зарплата какая-нибудь будет? Не, у водителя какая будет зарплата? Вы хотите моим водителем стать? Не, есть знакомые, они готовы помочь. Сначала пока ничего не буду платить, потом как только будет, так сказать, ну сначала я могу им заплатить. Сколько попросят, допустим? Ну сколько, 1100-200, вот. Александр. Ну мало, смогу тысяч, нет, сначала... Вы, кажется, работу искали. Ну если мне неограниченное количество денег дадите, неограниченное количество, то, допустим, 100 тысяч я могу ему выплатить. В месяц, месяц, да? Месяц, да. А у нас же были карты без лимита? Да, да, есть карты без лимита. То есть, смотрите, за меня даже кредит будут выплачивать, мне вообще не надо. А что будет платить вместо вас? Виноводочный завод, потом сигаретный завод. Деньги те, которые я буду получать с мэрии, там, то есть будут автоматически отчисляться средства с моей карточки тогда. Но у вас вот документов нету, да, только лицо и все? Ну, да, лицо? Только лицо. И фамилия, имя, отчество, да? И фамилия, имя, отчество, да. А номер телефона есть? Пожалуйста, записывайте. Мурат, запиши. Нет, ну мы сейчас не укажем на заявление. Да? Так, давайте, как его писать? Заявление, да? Да. Ну, как вам удобно, так и пишите.